Всем привет, с вами Максим, и вы на канале Zelle Max Games. Сегодня мы продолжаем с вами играть Pumpkin Jack, тыквенный Джек. Всем приятного просмотра, всем понравилось мое прохождение, и эта игрушка, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Сегодняшняя наша миссия будет называться «Заброшенный рудник». Джек должен спуститься в глубины заброшенного рудника, чтобы ввести древнюю забытую силу. Кстати, предыдущая миссия она закончилась на том, что мы сожгли сарай и победили какое-то пугало. Ух, мы на месте, прибыли точно по расписанию. Где мы? Это старый рудник, наполнен силой. Дьявол считает, что глубоко в туннелях находится то, что является ключевой составляющей замысла волшебника. Значит, мы заберем эту вещицу и первыми... И отмутузим всех, кто попадется на пути. А меня от этого места бросает дрожь, и почему я еще не улетел? Да. Потому что ты мне полезен, а еще я тебе все перья выделал, если попробуешь улететь. Ух, горное оборудование проживело до дыры, хоть тоннели все еще держатся. Быстрее, Джек. Так, здесь, конечно, у нас опять паутина кучевых монстров, с которыми мы будем сражаться. И, конечно же, будем много это место названо, так, знавал лучшие времена. Да, конечно, лучшие времена. Тут, по идее, наконец-то нажал на это. Боже мой, это еще что, призраки? Так, почему тут никто не умирает с концами? Ну, потому что это не монстр. И у нас хэллоуи. Ты готов встряхнуться, Джек? Разбей камни. Каким образом? Этим. Тыкну. Опять. Что у нас здесь? Ну, я так понимаю, в вагонетках у нас динамит, да, который держит это все. Конструкция. А это что у нас? Бомба. Слушай, мы должны вот
Вот так вот. Так. Да. Кто же мне тут на такую? Главное, чтобы наша девочка ушла вниз. Взрывайся. Да, да. Готово. Дальше. Кто ты, или ты чё, мышь большая? Чё, сила? Крысы? Нет, Джек, я знаю, о чем ты думаешь. О том, что я могу сесть на эту вагонетку и быстро отсюда свалить. Или о том, что если ты, Эмма Канарейка, не заткнешь свой клюв, я набью подушками твоими перьями. Ты нас угробишь. Твое мнение никого не интересует. Меня не так легко увидеть. Я не умру из-за какой-то жестянки. Я буду жаловаться. Джек, ты ненормальный. Вперед. Что? Вперед. Вот ты. У-ху! Прыжок. Нифига себе. Наша дорога, конечно, на том месте, потому что она уничтожает реальность по другому. Конечно, даже очень круто и безумно кататься на такой вагонеточке. А мы скоро продолжим дальше. Как всегда, наша новость. Теперь это с арбалетом. Ничего себе. Ха-ха-ха.
традиционно. Если будет греть дальше, то, конечно, надо поспешить. Хотя, мне кажется, надо, конечно, идти. А вот сюда. Ух ты мой. Ну это, конечно, очень тяжело. Хотя, по идее, он должен зацепиться за крышу. Кстати, за нами еще один призрак. Я Джек, наемник самого дьявола. Я старше этого места и силы, что у нас движет. Не мли моим словам, Джек. Если ты не уйдешь по-хорошему, ты покинешь это место по кусочкам. Чего? По кусочкам? К слову, от меня отвеца. Кто это был? Я не знаю. Так, вагонетка с динамитом, слушайте, мы же пивоизм. Ну, вот так вот так и видишь, что ли. Ооо, как же больно. О, вот это да. Боязнь высоты, потому что... Стоп. Блин, это мечу сейчас перепрыгивать нужно? Это как?
ума сойти. Это нелегко. Это очень легко. Может быть, даже не раз. Так, не надо не забывать, конечно же, брать клювики находить. А, блин, слушай, я тут думал, там будет одна или две, но не пять. Ну, в принципе, надо сделать это. Давай.
Я так и думал, что с этой линией, конечно же, мы купим еще новый коньяк и костюмчик для нашего жека. Ого, это было нечто, знаешь, я начинаю к этому бухать. К вагонеткам. Слушайте, ну мы, конечно же, штука прошли, по идее должен быть где-то тут голос. Ну, мне так кажется. Только не вагонетки, пожалуйста. Оо, послушай меня, Джек. Ну, в третий раз я повторять не буду. Уходи, пока еще можешь. Я не выйду из этого. Тебе же хуже, Джек. Слушайте, это будет какой-то быстрый. По-любому. Пугало одолели, и призрака тоже одолеем. Так, так, так. Что у нас дальше здесь? Так, я вижу еще один призрак. Давай еще один пугало. Это тыква. Его голова. Слушайте, опять этот динамит? Хорошо. Кстати, опускаться все наверное. Так, секундочку, а что сейчас? Может, опять нужно, да, опустить? Хотя, стойте, как ее опустить?
хэппи. Если честно, я уже не знаю. Слушайте, это будет, конечно, смешно, но, по-моему, вот сюда нужно. Ну, по-моему, вроде правильно сделал. Только нам осталось это как-то образом запоминать. Поднялась площадка. Вверх. Кстати, здесь тоже такая стоп-сюда с динамитом. Ну, это какая-то пещера. И здесь. Нужно просто... Кстати, а сейчас нас опускается площадка с Дойси, значит, надо было правильно убить. Опять вагонетка, опять. Всем на будет. Ой, значит, я спасаю, я не хочу умирать. Придется. Я не успел бегать. Великий Джек не справился со своим заданием и умер в который раз. Вагонетка.
Бог мой, ну это было, кстати. Это что такое? Это куда? Так, это ты, Миша, дальше, ты обречён. Ты повесил в черту, а я глупо побеждал, Джек. Я здесь перед тобой, если хочешь избавиться от меня, то будь готов получить пункт в лицо. Подходи, Джек. Это кто-то нас попал. Ты. Отличная работа, Джек, твое тело отлично. Прижилось. Мне с такими справиться, раз плюнуть. Правда, да чем тебя в детстве кормили? Да, да, все это удивительно, но шевелите крыльями, мы здесь не просто так. Если я не ошибаюсь, однажды эта гора была дома могущественного племени волшебников. Возможно, они оставили эту скрижаль в качестве последнего завета. И это все? Я проделал весь этот путь ради камня с какими-то надписями? Это скрижаль или обелиск? Мрачные времена для человечества, должен быть призван защитник. Повести нельзя, может, за очками в гнездо слетаешь. Ага, да-да. Теперь понятно, лето тлеющего пепла. Ух, одно название это уже наполняет меня силой. Последняя строчка неразборчива, но используя силу этого амулета, защитник человечества может снять проклятие дьявола. Какие-то камни, какие-то украшения, и во что я только вляпался. Так, возможно, я что-то упускаю, но... Где находится этот амулет? Он прямо... Здесь, наверное.
В чем дело, птица? Где эта штуковина? Ее уже нет, и это к лучшему. Че? Это что за как? Говорящие птицы, а теперь еще и говорящие мечи. За что мне все это? Признаю, это очень интересно. Если ты еще не заметил, тут все пропитано волшебством. Теперь понятно, почему люди бросались друг друга ради этого амулета. А ты, тебе придется за многое ответить, обманщик. Ух, это возмутительно. Как ты смеешь, ты чертова булавка. Если ты назовешь этот позорный бой отличной работой, то я сомневаюсь в твоей наставнической компетентности. Ты тыквоголовый, кто ты? Я Джек, и ты мне уже нравишься. Вот и славно, если собираешься сражаться, сперва научись делать это правильно. Я тебе в этом помогу. Погодите, вы что, не слышали, что кто-то забрал амулет? Кто-то забрал амулет? Кто? Полегче, у меня от твоего крика уже стало. Аж сталь завибрировала. Пришел твой дух и забрал его. Видимо, вы отвлекали этого жуткого фантома, пока ваш дух добирался сюда. Наш друг? Да, я про него. Я полагаю, вы его не знаете. Достаточно. Так, ты и есть такой знаменитый защитник этого дьявола, а он за мной. Честно сказать, я разочарован. Выходи, Брус. Не получится, меня здесь нет. Я немного задержался, чтобы посмотреть на ваш бой с моим помощником. Луки. Очень знаменитый, отличное было представление. Я с радостью повторил это представление, все это нужно встречи и посылать. А потом я вынул этот амулет из твоих вредных метров. Ну еще посмотрим, амулет необходимо изучить, чтобы слить его потенциал. Возможно, ты захочешь присоединиться ко мне, но мы можем вместе снять проклятие силы амулета. Это вид меня сильно пугает. Он оставил меня на руку на растерзание, чтобы посмотреть на ваш бой. Может, я злой, но вот это вот дьявол, но вы его учит настоящий мразь. Подумай о моем предложении, мне столько всего хочется тебя изменить. Джек, ну все, тебе это лично. И у нас есть милочка. Да. Так, друзья, ну, мы сейчас с вами оказались в третьей локации. Давайте на сегодня тогда сделаем паузу и продолжим эту интересную тыквенного Джека игрушку проходить в следующий раз. С вами был Зеленокс Геймс. Всем, кому понравилось тыквенный Джек, ставим лайк и комментируем, подписываемся на канал и не забываем нажимать колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.